Да, совсем забыл. Сегодня ведь 1 сентября. И вот Артем Еремин пишет, что сегодня праздник, День знаний. Можешь поздравить. Поздравляю всех с праздником. И чтобы вам не скучно было, немножко такую задачку подкину. Сейчас, секундочку. Опять же, ВКонтакте в группе разместил интересное фото. Иллюзия. Так, где мы есть? А, вот. На самом деле это неподвижное изображение. Давайте посмотрим. Так, как его сделать больше? Вот, если его смотреть. Сейчас я открою на весь экран. Такая вот картинка. Фотоиллюзия. Вот, если его смотреть так, ну, не всматриваться, то видно, что оно движется. Хотя на самом деле картинка не движется. Вот. А если попробовать зафиксировать взгляд на картинке, то все равно нет-нет, да где-то она и зашевелится. Вот, скорее всего, это связано вот с вот этими вот точечками, которые стоят на фото. Вот они. Во-первых, мозг пытается их как бы, ну, показать там белое, там темное, но это ладно. И еще, мне кажется, из-за того, что вот здесь оно как бы немножко искривленное, кажется. Хотя на самом деле оно-то здесь ровное. То есть как бы наш мозг дорисовывает картинку. Вот. Ну, как ни крути, все равно изображение, эта иллюзия движется. Вот если она еще тем более идет в ленте новостей, когда мышкой прокручиваете, то видно, что эта фотоиллюзия как бы двигается. Вот, ну, вот такое вот небольшое задание на 1 сентября. Всех с праздником и всем удачи, всем пока.